Дорогие друзья, всех вас приветствуем на нашем канале «Инвалидные коляски». У нас пришла сегодня поставка коляски «Оттобок», которая была заказана специально из Германии для нашего покупателя. Это модель «Юва B4». Нам ее только что доставили в такой упаковке на палете. И в коробе. Сейчас мы будем с разрешения нашего покупателя ее вскрывать, показывать, смотреть конфигурацию, которую мы заказали. В принципе, по опциям тут все минимально, но все равно мы должны, обязаны проверить. Начинаем вскрывать короб. Все аккуратно мы скрываем для того, чтобы потом обратно упаковать и отправить уже в Ульяновскую область транспортной компании. Все, коляску мы распаковали. Точнее, сняли короб. Здесь она упакована в пакете. Все тщательно закреплено. Колеса закреплены на палет для того, чтобы коляска не двигалась. Напоминаю, что это коляска Юва B4. Комплектация стандартная, плюс сделаны дополнительные опции. Это в виде сплошной подножки с алюминиевой опорой и контурным сиденьем с выраженными боковыми поддержками. Сейчас мы немножко распечатаем и посмотрим, как выглядит. Вам покажем, как выглядит. Ну, вообще, как выглядит коляска. Все-таки многим интересно. Вот, посмотрите, значит, у нас здесь комплект брызговиков, передние и задние, черная резина, пневматические покрышки с глубоким протектором, задние 14 дюймов, передние 10-дюймовые. Новый дизайн подлокотников. Пульт стандартный, тут VR2. Амортизаторы задних колес есть. Антиопрокидыватели. Скорость тут 10 километров. Это максимально доступная скорость у коляски B4. 63-й гелевые аккумуляторы. Ну вот, мы распаковали Юва B4. Значит, здесь стандартное сиденье, точнее, стандартная спинка с ремнями регулировки натяжения. И такая вот подушка. Само сиденье с невыраженными боковыми поддержками, с тканевой обшивкой идет. Здесь вот как в виде небольшого абдуктора. В данной конфигурации, кстати, тоже очень симпатично смотрится. Обычно берут вот такого вот плана, как сиденье и спинка из одного материала, одного дизайна, да. Но тут наш клиент решил оставить стандартную спинку и установить контурное сиденье.
По поводу подножки, мы не будем ее распаковывать, она упакована, но здесь вот, видите, новый дизайн, новое крепление идет. А сама подножка, она вот так вот выглядит. Алюминиевая. Ремень безопасности, он идет в комплекте. Колясочка B4 стандартная, но все равно мы хотели вам показать, как она выглядит. Общая ширина коляски 58 сантиметров, поэтому она проходит в узкие дверные проемы, в узкие лифты. Так что, друзья, заказывайте у нас коляски, мы вам подберем необходимые опции, которые вам по вашему заболеванию показаны, по вашему желанию. Мы составим вместе с вами бланк заказа и закажем для вас коляску B4, B5 разных конфигураций на ваше усмотрение. Ну а эта коляска B4 отправляется нашему покупателю в Ульяновскую область для Романа. Сейчас мы ее обратно упакуем и повезем в транспортную компанию. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Не забываем, что у нас канал есть в Телеграме. Мы также есть ВКонтакте, в Одноклассниках. Инстаграм, к сожалению, плохо работает, мы не всегда видим ваши сообщения и не можем вовремя на них отвечать, поэтому пишите нам в Телеграме. Мы всегда рады ответить на все ваши вопросы и звоните нам. Приезжайте к нам еще в магазин Бреутов. Всем спасибо за внимание и хорошего настроения! Снимаем для вас процесс погрузки коляски в автомобиль. У нас специальное такси, оборудованное пандусом, поэтому, в принципе, это упрощает погрузку коляски. Коляска загружена в автомобиль. Без помощи, конечно, нам не обошлось. Но в целом все прошло удачно. Везем коляску в деловые линии с последующей отправкой в Ульяновск. Роман, ожидайте свою коляску. Дорогие друзья, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наши каналы. Не забывайте, что мы осуществляем доставки по Москве, по области. И отправки осуществляем в регионы сторонней транспортной компании. Также возим сами на недалекие расстояния. Всем хорошего дня!